раз тут еще есть упаковочка. Давай же во всей красе покажем. А что, по сути дела, с этим делать? Куда будем вешать? Что с этим делать-то? Ну, вообще-то люди нас... такие вещи на каменную полку ставят. Но у нас каменной полки нету. Да у нас барахло с толком всегда. Так, о! У нас есть ящик, где газ. Вот тебе современная каменная полка. О, у нас и газ есть, да, вот, газ. Вот, смотри-ка. О, а чего? А ну, смотри, там зеркало. А, можно заодно. Сейчас. О, интересно. Прихорошиться можно? Да. Попробуй еще раз, там как будто такая... пирамидка такая, как бы. Приз мы с тобой открыли. Теперь давай поговорим о нашем канале. Тем более, что у нас очень много новых подписчиков. За последние 28 дней у нас 400 новых друзей нашего канала. Ну, во-первых, я хочу благодарить тех, которые с нами с самого начала и до сих пор продолжают нас смотреть, продолжают нам давать лайки и так далее. Конечно, мы рады, что есть новые люди, которые находят наши новые видео. Но мы бы хотели еще говорить вообще о нашем канале, потому что очень может быть, что кто-то нашел какое-то конкретное видео, и ему он подписался именно потому, что ему эта тема понравилась, а вдруг он увидел, что мы еще и об этом делаем, и об этом делаем, еще какие-то шутки иногда делаем. Что это такое? Что за люди? Что это Рафаил и Анна? Что вообще с нашим каналом очень много путаницы произошло, и это вообще такая немножко и смешная, и немножко даже грустная история. Дело в том, что как только появляется человек, который позиционирует себя как православный христианин, то есть, мы и есть православные, не скрывает, так сказать, да, своей веры, притом этот человек говорит по-русски и живет, например, в Иерусалиме, да, на Святой Земле, тут же по отношению к нему автоматически включается целый набор штампов. Русская православная женщина, русскоязычная, которая живет в Иерусалиме. Ну, точно, значит, скучает по России, точно еще и поддерживает все официальные заявления там, президента и патриарха Конечно, Кирилла. Конечно, обязательно лояльно к правительству, к церкви 100%, потому что без этого... она была бы не патриот, а как человек может быть не патриотом, если он русский человек, тем более живущий за границей. Ну, в общем, вся вот эта каша, скажем так, потому что это каша, в голове не имеющая никакого отношения к христианству, всегда вокруг меня присутствовала. Ну, а с Рафаилом совсем кошмар, да, еврей, крещеный, ну, значит, 100% это она его крестила, она его привела к вере, вот эта святая русская женщина с российским флагом в руках, да. В нашей семье вот сколько про нас сочиняли как бы версии. Мифы, такие мифы и легенды. Да, еще да. Моя работа на телеканале «Союз», ну, значит, точно наша, так сказать, да, с флагом. Абсолютно нет, я никогда не врала и не притворялась. Просто это штампы, то есть то, что работает как матрица в голове, да, человек видит какое-то явление, дает ему сразу оценку. На практике Рафаил стал христианином задолго до встречи со мной. Ну, а я русский человек, действительно очень любящий Россию, ну вот, а все остальное... по-другому. По-другому, потому что для меня главное быть христианином, а уже потом все остальное. Если кому вообще интересны вот эти вопросы, то все на самом деле очень сложно. Должен ли христианин быть патриотом? Может ли христианин быть патриотом? Как должен христианин относиться к войнам, к властям, национализму. К национализму? Вот эти вопросы мы в наших видео освещаем достаточно мало, потому что еще раз у нас... не хватает времени, YouTube теперь уже не наша постоянная работа из-за того, что из-за войны в Украине отключил YouTube рекламы, и у нас все-таки 50% зрителей из России, и мы вынуждены были перейти на другой вид, скажем так, деятельности, мы работаем на других работах сейчас, у нас большая семья, дети, да, поэтому в основном вот все эти темы я обсуждаю со своими платными подписчиками, подписка очень недорого стоит, 500 рублей в месяц, утренний кофе 2 раза в неделю. Вот там у нас клуб думающих, интересных людей, разных вероисповеданий, кстати, подписчики разные, с разными взглядами на жизнь. Но мы обсуждаем вот эти сложные темы именно в свете Евангелия. Потому что центр нашей жизни любого православного христианина – это Евангелие. Как это ни странно сейчас звучит. Но главное, что если кто-то, совершенно верно, но если кто-то даже смотрит наши видео, которое мы уже делали, уже снимали, можно видеть, в принципе, а кто у меня еще и в группах бывал, или у Анны, и пытался слушать, что мы пытались донести до людей,
Он поймет, что нету никаких вообще причин разочароваться или думать, что мы стали другими и так далее, и так далее. То есть мы никогда не скрывали наши мнения. Да? А какие у нас мнения? Давай попробуем их сформулировать. О чем наш канал? Почему христианство и мир? Потому что необходим определенный диалог между тем, то, что называется обычно светское или даже безбожное или атеистическое мышление, и религиозное мышление, где человек понимает, что человек создан по образу, по подобию Божьему. Но с другой стороны, у него открыт вот этот критический аппарат, который связан с наукой, творчеством, сомнения опять, да, потому что невозможно встать только на одну сторону. И если человек встает только на сторону, скажем так, полное как бы отвержение всего священного, он разрушает свою собственную душу и жизнь даже вот на Земле, на планете. А если человек только принимает все сам, как авторитет, вот вслепую на веру, вот авторитет, скажем, церковный, религиозный в широком смысле этого слова, я имею в виду не только христианство, он тогда тоже подвергается опасности, что он будет на стороне людей, которые просто манипулируют его. Поэтому христианство и мир нас интересуют и то, и другое. А для меня во всем этом есть еще один аспект. Поскольку огромную роль в моей жизни сыграл Иерусалим, меня очень интересует вопрос вселенского православия и вообще, что такое православие. Я человек, родившийся в верующей церковной православной семье, выросший в православии в Москве, переехавший потом со своей семьей еще в позднем подростковом возрасте в Иерусалим, в какой-то момент стала очень сильно пересматривать те ценности, в которых я росла. Это делали и мои родители тоже. И, соответственно, Иерусалим, как место пересечения различных культур и религий, очень многое открыл для меня, подвиг меня к изучению многих вещей, которые до этого я принимала просто как обыденную такую, да, привычку, да, и традицию. И, наверное, привел к тому, что я и стала церковным православным гидом, работала очень много лет, именно потому, что мне хотелось передать вот эту истину, глубину евангельскую, которая для меня самой открылась в Иерусалиме, другим людям, то есть паломникам, снять шоры с глаз, открыть широкий кругозор, понять, что в центре христианства стоит Христос, и больше никто и ничто, ни патриархи, ни святители, ни преподобные, ни даже старцы, а именно Христос и его Евангелие. И где, как ни в Иерусалиме, можно понять и оценить учение Христа и евангельские откровения именно в масштабе разных религий, разных народов. И это бесценный опыт. Бесценный опыт, и для меня очень важно этот опыт продолжать нести людям. Ну вот, вот поэтому христианство и мир. Так, ну а почему Ирландия? Ну, переехала наша семья в Ирландию по исключительно нашим личным семейным причинам. Кому интересно, почему, вы можете посмотреть вот ссылочка наверху на видео, почему мы уехали из Израиля. Ну, а так вообще, вот что мы в Ирландии находим полезного для нашего канала «Христианство и мир»? Ну, в первую очередь, древнейшее кельтское православие, да, вот это тоже православие, да, православие это не только Россия, Греция, Румыния и так далее, существовал здесь в первом тысячелетии. И несмотря на то, что мы находимся на крайнем там западе, в Атлантическом океане, да, церковность, которая была до пришествия викингов в 9 веке, это, в принципе, восточное христианство. Такое же восточное христианство, как в Египте, как в Эфиопии, как в Грузии, как в Армении. Короче, это было наше. То, что это было утрачено, это опять посмотрите наши другие видео, и мы все это вам расскажем. Получается, здесь глубокие корни. Ирландцы, хоть говорят многие из них по-английски, они себя англосаксонами не считают, да, вот, у них вообще сложные отношения к ними, поэтому смешно, когда люди нам пишут о том, что мы приехали жить у англосаксонов. Yeah.
расскажем немножко о наших плейлистах. Наш канал в результате таких наших перемещений нашей семьи получился очень, на самом деле, разнообразным и, в общем-то, на разный вкус. Во-первых, у нас есть плейлист, который называется «Святая Земля сегодня», куда мы выкладывали видео, вот начиная с того самого первого локдауна, когда мы выходили в эфир каждый божий день и буквально показывали, рассказывали, как репортеры такие, да, журналисты, что происходит в Израиле. Всегда, правда, делились своими мыслями. Один твой этюд про Марию Египетскую чего стоит? Это место непростое. Здесь все живое. Здесь такая зона. Зона, невероятная зона. Видите, как я как сталкер, вот лежу в зоне самоизоляции. А вообще, когда я здесь, я думаю, ну действительно, зачем храм? Зачем иерархии? Зачем все это? Храм же в душе, в изоляции, как Мария Египетская. Ну, мы еще и предупредили, что все, что начинается в Израиле, будет так же и в других странах. То, что много вот смутило людей, они сказали, не может быть, у нас такого не будет. Также там есть очень много видео просто о Иерусалиме, о районах Иерусалима. В принципе, эти видео, да, они туристические, паломнические, но это наш взгляд на эти места и на их историю, поэтому они не имеют вот этого паломническо-туристического налета. Это всегда аналитика, это всегда мысли, это всегда неожиданные выводы, неожиданный взгляд. Ну, такие мы люди, мы как бы, да, творим то, что мы можем и понимаем. Кроме того, там есть очень много видео о редких местах, которые, в принципе, вы даже без нас и никогда бы, может быть, не узнали и не увидели, потому что Рафаил, кто не знает, он коренной израильтянин, мама у него англичанка, так что здесь жили тоже его предки во многих поколениях, а вот по отцу он коренной израильтянин, родился и вырос в Иерусалиме, соответственно, между двух культур, английской и израильской, еврейской. И вот, соответственно, Рафаил знает Иерусалим и вообще Святую Землю так, как мало кто ее знает, тем более он историк античности, филолог древних языков по образованию. Соответственно, наши видео многие действительно уникальны. Обязательно посмотрите наш плейлист «Святая Земля сегодня». Дальше у нас есть плейлист «Ирландия сквозь века». Мы рассказываем постепенно, вот даст Бог, сможем наконец купить машину, и тогда будем больше рассказывать, мы без машины по-прежнему. Мы рассказываем об Ирландии, мы рассказываем о древней кельтской культуре, которая здесь была, и там уже приличный список есть интереснейших видео про интересные места, где мы успели уже побывать и рассказать. И что у нас еще есть? Ирландия день за днем, это есть пакет утренний кофе плюс Ирландия день за днем, подписка стоит 800 рублей. Почему немножко поднялись цены? Исключительно из-за курса доллара. Да, то есть мы следим за курсом доллара, только поэтому цены поднялись. Плюс к 8 выпускам утреннего кофе в неделю еще 4 выпуска Ирландии день за днем. То есть это активнейшая работа нашего канала, и у нас есть достаточное количество подписчиков, спонсоров канала, которым мы тоже очень благодарны за то, что они с нами в этом проекте. Ну и еще вот мы начали еще снимать шорты. Шортс или короткие видео – это уникальная возможность для нас с Рафаилом делиться с вами яркими моментами нашей жизни здесь, воспоминаниями и, конечно, шутить. Посмотреть короткие видео очень просто. Зайдите на наш канал через компьютер или телефон и в меню выберите «Шортс» или по-русски «Короткие видео». В каждом коротком видео есть кнопка «Суперспасибо». На сегодня она доступна жителям любых стран, кроме России. К сожалению, YouTube, как вы знаете, отключил многие финансовые возможности поддерживать авторов для россиян. Тем не менее, если вы живете за пределами России и хотите поддержать наш канал, это очень простой и удобный способ. Буквально одним нажатием кнопки вы можете пожертвовать нам 2 или 5 долларов, или, может быть, даже больше для поддержания нашего канала. Это ваш способ сказать нам спасибо. А еще у нас есть замечательный сайт «Клуб путешествий Топос», где вы по-прежнему можете смотреть экскурсии из разных стран от наших коллег, ну и наши с Рафаилом авторские экскурсии по Израилю. Это видеоэкскурсии, многие из них сняты в реальном времени. Посмотреть их можно очень недорого, примерно от 100 до 200 рублей стоит
просмотр видеоэкскурсии. Для того, чтобы посмотреть, нужно положить на баланс монеты, одна монета 50 рублей, а потом просто нажать кнопку «Начать просмотр», и монеты автоматически списываются с вашего баланса, и вы можете наслаждаться. Экскурсии действительно уникальные. Уникальные и в плане маршрутов, это авторские маршруты, и в плане съемок. Мы очень любим использовать такой прием съемок в реальном времени. То есть, когда вы полностью ощущаете, что вы ходите, гуляете вместе с нами по городу, и действительно создается эффект полного присутствия. Так что, если вы скучаете по Святой Земле и хотите изучать ее и дальше с нами, добро пожаловать на сайт «Клуб путешествий Топос». Ссылка на него в описании к этому видео. Как платить за экскурсии на сайте Топос? Заходите на страницу «Касса», видите внизу количество монет, которые вы хотите приобрести, выбираете в окошечке вот здесь. И дальше, внимание, после того, как вы нажмете кнопку «Купить», у вас появятся две кнопки: оплата международными картами и PayPal и российскими. Вот кнопка оплаты российскими картами с начала войны, к сожалению, у нас отключена Россией. Поэтому нажимаете на альтернативную ссылочку вверху, оплачиваете купленные монеты и присылаете нам квитанцию об этом на почту topostours@gmail.com. Она там указана. Все. И мы вручную положим вам монеты на баланс, и вы сможете смотреть любые видеоэкскурсии у нас. Также приглашаю вас всех на мои лекции, которые есть также на Топосе. Кроме экскурсии, о котором Анна говорила, у меня есть цикл лекций по истории Иерусалима. Это вот как целый такой курс, но для этого не надо иметь никакого специального образования. Это абсолютно для любого человека. И опять же, Рафаил через призму истории Иерусалима рассматривает вообще мировую историю. Подписаться можно на главной странице сайта Топос. Ссылочка в описании. Ну все. Всего хорошего вам. Спасибо за ваше внимание. До встречи.